Привет, ребят, вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон под названием Oppo Reno 4Z. И в этом видеоролике мы вам покажем, как клонировать приложение на этом устройстве. То есть, как открыть два полностью одинаковых приложения здесь. Делается это следующим образом. Мы заходим в настройки. Дальше немножко вниз листаем и находим управление приложениями. Нажимаем сюда. Дальше клонирование приложений. Тут мы будем видеть все приложения, которые нам доступны для клонирования. Давайте, например, клонируем Facebook. Нажимаем «Создать клон приложения» и ожидаем, пока клон создается. Ждем, пока, соответственно, он создастся. Это занимает немножко времени, так как телефону нужно обработать эти данные. Теперь мы можем возвращаться. Facebook у нас появился здесь. И он также должен появиться здесь. То есть, как видите, у нас есть один простой Facebook обычный и второй с такими вот двумя полосочками на себе. Это значит, что он клонирован, но на самом деле он работает точно так же, как предыдущий. То есть у вас может быть на телефоне два одинаковых приложения. Спасибо, что смотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, тогда пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Пока!